Сегодня в ремонте Stinger Cayman. Вот такое качество сборки сделали. Да, вот так вот у нас вилочка стоит. Ну, сейчас колесо я уже по-другому поставил. Ребенок катался ростом, наверное, 1,50 м на 20-й раме. Видите, угол атаки колеса. Немножечко он упал. Немножечко он сломал вот этот тормоз. Видите, да, который нифига не работает теперь. Сломал он обе ручки. И приехали к нам поставить просто новые ручки. Я говорю, ничего удивительного нету. Посмотрите, как у вас колесо стоит вглубь рамы. То есть это у нас теперь новая модель колеса вот такого, вилки точнее. Ну, что тут у нас? Втулки люфтят очень сильно, то есть колеса болтаются. Вообще вот так вот. Грязище много. Рамка переднего переключателя. Ну, ребенок пользоваться не будет. Рамка переднего переключателя очень слабая. Люфтит. Задний переклюк тоже весь болтается, но настроим, работать будет. Катались много на нем. Втулка задняя вообще просто в хлам. В дрободан. Здесь у нас получается переборка втулок. Повернуть руль. Поменять тормозные ручки. Поставить новый тормоз. Сидушка тоже модно задрана. В общем, обращайте внимание просто на качество сборки велосипедов в магазине. Потому что продавцы просто вот им или лень, или им по приколу. Я не понимаю, как вообще вот так вот можно было велик собрать. Ну вот, вот так вот у нас идет тут вот это все. Вот такие дела. Каждый день у нас такие дела.